утра было пасмурно. Потом солнце выглянуло. Сейчас вроде и пасмурно, и солнце жарко. Сижу тут под вишней. Эти стоят, подошли, стоят, слушают. Пацан он. Сейчас. Друзья, привет. Друзья, други, не други. Всем добрый день. Сегодня суббота. Вчера дочь позвонила. Дочь позвонила, внучка разговаривала. А Пашка, я завтра к вам приеду. Я говорю, ура! Она говорит, а в бассейне же можно купаться? Я говорю, я только вышла из бассейна. Говорю, вода теплая. Вчера сколько? 28 было градусов этого воды. Я хотела прислониться. Спина болит. Ух, с утра там, в огороде вон, где смородина вдоль забора, траву дергала. Там вот за туалетом траву дергала. Дергала, срезала. И дочь скинула скриншот погоды, что сегодня целый день дождь. И с утра пасмурно было, прохладно. Она говорит, я думала, хотели приехать. Я говорю, ну, блин, а если погода, там дождь была нарисована. Я говорю, если дождь будет, а потом ребенок расстроится, что приехала и искупаться не может. Так к обеду, видите, распогодилось. Жарко сейчас. Вчера три видео, да, я скинула? Три видео скинула. Кстати, у меня вчера пришло сообщение, что $100 заработала. Для тех, кого гложет, что я тут лопатами деньги гребу. $100 это где-то 43 тысячи тенге. Ты как в охране получала раньше 43 тысячи тенге. Ну, это заплатить за квартплату за 2 месяца. Пару раз, 2-3 раза заправить машину. Все. Раньше вот я поговорила, как, до того, как монетизацию подключила, у меня была мобильная связь. Ну и сейчас есть вот это Билайн. Там 10, у меня 10 тысяч тенге в месяц на Билайн. Безлимитный тариф. Но там время проходит, и они пишут, говорят, ой, вы такой большой любитель безлимитного тарифа, и скорость снижается. Один ролик может загружаться 1.5 дня. И вот тогда я говорила вам, кто давно на канале, что в месяц платила 30 тысяч, чтобы скидывать ролики. Но еще считайте, разбогатела я, нет. Если за полгода только $100 заработала, и то я не знаю, как их получать, потому что карточка не привязана, не знаю даже. Вот. Я только за месяц 30 тысяч на мобильную связь потратила. А вот это безлимитно, где-то, наверное, месяцев 5 или 6 я платила. По 10 тысяч, по 20 тысяч. Вот самый большой один раз в месяц 30 тысяч заплатила. У меня где-то, ну, за полгода с лишним где-то 100 тысяч ушло. А заработала я всего 40 тысяч. Ну, это для тех, кому интересно мое материальное положение. Смотрю других блогеров, комментарии читаю их, сама пишу иногда, потому что сами знаете ситуацию у меня. Вот. Да и не любитель я писать. Пишу редко, когда на самом деле заденет. Но я и понимаю людей, которые пишут мне. Вот насчет вчерашних 2 роликов, насчет того, что у меня вот эта вот экзема вот эта была, каким способом появилась. Вчера одну женщину заблокировала. Имя то ли Галина Соловьева. Это, может, выдумка, потому что некоторых читаю, и такое ощущение, что этого человека знаю. Потому что, сами знаете, сейчас по через телефон можно любой ник написать. И фамилию, и имя. Многие меня спрашивают, где я живу, в каком поселке. Я поэтому, друзья, не говорю. Я еще раз говорю, я не боюсь никого. Что там какие-то разборки будут. Просто есть люди неприятные мне.
Вот, с которым бы я не хотела не то что общаться, этих людей видеть. Поэтому вчера эту Соловьеву заблокировала, она мне написала. Ну, суть скажу. Опять прискакали. Она написала, типа, хватит фантазировать. Там что-то, что-то, что-то. В общем, этот, лучше хватит фантазировать. Лучше показывай перепелок. Одна писала, сарайчики не показывать. Там еще мне люди писали, что не надо фантазировать, а надо идти к врачу. Эта подписчица давно меня смотрит. Я ей написала, что я не ожидала от этого человека такой. Потом та вот Гульмира мне писала, когда вот писанина была, которая ролик посвятила, их гонишь в дверь, они лезут в окно. Она мне потом написала. Ну, один ролик в течение дня снимаю уже, а потом вечером монтирую, выкладываю. Один ролик выложила, потом через какое-то время смонтировала второй ролик. И она мне под вторым роликом пишет. Опять вы про меня. И я написала, говорю, если можно было догадаться, что я ролики монтирую и видео снимаю в один день. Вот. Много чести. И вот она в первом комментарии мне писала, что я пишу как зритель. Не надо на меня кричать, пишу как зритель. А потом мне ниже пишет уже под вторым роликом. Я не зритель, я подписчица. Ну, я не знаю, друзья, по-моему, человек должен определиться, или он зритель, потому что сам себе человек противоречит. А то, что мне писали, что два человека, вот это Соловьева и еще одна подписчица, не надо фантазировать. Надо идти к врачу. Друзья, я с проблемой пальцев ходила к врачу. К врачу ходила, они мне выписывали такую мазь, мажешь, она исчезает, как и любая болячка проходит. Потом время проходит, а опять вылазит. Если кто не верит в заговоры, в порчу, хорошо, не верьте. Я тоже до этого времени не верила, до каких-то пор не верила. Такие силы есть, друзья. Такие силы есть. У меня даже родственница есть, которая занимается черной магией. У нас вся родня вымирает по мужской линии, по женской линии. Вымирает просто один за другим. У этой родственницы, у самой сын, ну, брат мой двоюродный, покончил с собой. Его сын, 30 лет парню было, племянник двоюродный получается. Он повесился, дочь у нее был сын и две дочери. Вот сын покончил с собой, дочь младшая с мужем разошлась, но там тетка довела ее. Она выпила уксус, умерла. Она на полтора года младше меня была. Двое дочерей осталось. Муж живет до сих пор. Дочери уже замуж повыходили. И вот единственная дочь осталась. Ведь ее жизнь ничего не учит. Вот. Папа мой ни с того ни с сего, 56 лет. Никогда не болел. Умер. Брат вот. С родственниками у нас несчастья случаются. И все боятся ее приглашать на свадьбу. Даже если вот когда у меня сын женится, дай бог. Я вот мамину родню пару человек приглашу. И папиного братишку приглашу, семью, и все. Пускай приходят его друзья, ее со стороны невесты, пускай друзья, родственники приходят. Но не моя родня, потому что я свою родню знаю. Так и про сноху вчера рассказывала. Соседка, вот эта, которая под матрасом находила заговоры, иголки. Дай бог, чтобы у вас такой ситуации не было, чтобы вы не сталкивались с такими людьми. И для тех говорю, кто пишет мне, что я фантазирую. Ну, наговорили бы уже своими словами, что я вру. А обычно такие женщины, это не то, что женщины. Мужчины, у меня на канале мужчины есть, спасибо им большое. Мужчины ведут по-мужски у меня на канале. На других каналах там другие мужчины пишут, оскорбляют. На моем канале многие, 50% мужчин смотрят. Но не все пишут. И им большое спасибо мужчинам.
Потому что мужчины должны быть всегда мужчинами, по-мужски. Женщинам скидку делается, всегда делалась всегда скидка, что женщина – это женщина. Но вот та категория женщин, которая пишет мне, там, разные комментарии, это люди, это женщины с низким эмоциональным интеллектом. Я вам как психолог говорю. То есть они не понимают ситуацию, не могут поставить себя на место другого человека. Я вам говорила, что я смотрю многих блогеров, и, допустим, ту же Светлану из Гомеля. Не совсем я согласна с ее образом жизни, допустим, но во многом я ее поддерживаю. Я ее понимаю. Вот. И ни в коем случае не осуждаю, потому что она взрослый человек, пускай она с других каналов. Ирину вот с Владивостока смотрю, Ирину Ясную. Иринка, привет. Светлана, привет. Вот. Им тоже пишут пакости. Светлане бедной вообще там писали, там диагнозы ставили, шизофрению и все. Просто это люди с низким интеллектом. Другого объяснения не нахожу. Вот есть на канале, вот вчера, сегодня читал комментарии. Люди пишут, многие пишут, говорят, что вот были в такой ситуации, когда, допустим, престарелые родители, лежачие родственники, там близкие лежали с инсультом или пожилые родители. Они говорят, мы через это прошли. И вот сегодня тоже на комментарии отвечала. И пишут, что мы вас понимаем, потому что были в такой ситуации, и вот вы имели в виду то-то-то-то-то. Я написала, что вы очень грамотный, мудрый человек, который умеет читать между строк. Вы все смотрели фильмы про разведчиков, там, когда, допустим, шифруются, там каким-то текст пишут, там зашифрованный, или за зашифрованным текстом разговаривают. Человек с низким интеллектом никогда не поймет, о чем речь. А умному человеку даже порой не надо слов. Он просто на человека посмотрит, он все может понять без слов. Так и здесь. Я почему-то говорю, у той же Светланы, у той же Ирины, их канал смотрят, их дети, дочери. Мой канал, моя дочь смотрит. И вы бы вот эти люди, с низким интеллектом, вы бы хоть раз подумали своей головой, своими мозгами, что каково моей дочери читать ваши комментарии. Или Светланы дочери. Еще у Светланы дочь, она тоже блогер. Ей пишут, уймите свою мать, там что-то, что-то. Неужели люди не понимают, что ее детям, моим детям неприятно слушать? Я вчера только говорила, что я этот канал создала не ради денег. Я говорю, вот за полгода мне все $100 накапало. А ради того, чтобы, допустим, ну, хотите громкие слова для истории, для моей семьи. Я вчера только говорила, что папу хотела бы посмотреть, но в те времена не было Ютуба, не было видео. Одна кассета где-то была, и то ее не найдешь. Или у вас своих детей нету. А если бы вашим детям про вас такие гадости говорили, что вы там фантазируете, что вы там такая, сякая, рассекая, накрашенная, не накрашенная, толстая, не толстая, тупая, не тупая, грамотная, безграмотная. Вашим детям было бы приятно такой слух читать про своих родителей, про вас? Я думаю, нет. Поэтому нужно всегда в любой ситуации немножко головой думать, чуть-чуть хотя бы, прежде чем писать, немножко подумать, а каково будет человек, к которому вы обращаетесь, который будет читать, или те люди, которые будут читать этот комментарий. Большинство на моем канале люди, которые простые, такие же, как и я. Просто вечерком легли, там тоже работают. Никто на диванах целыми сутками не лежит, в отличие от некоторых. Тоже работают люди, там с дачи приезжает Татьяна, вон с дачи приезжает в город, интернет появляется, она мне пишет, ой, Зинаш, сколько пропустил видео, сейчас посмотрю, это, и быстро, конечно, в город нужно, на дачу нужно. Я, например, простых людей смотрю, Ирину смотрю постоянно, там вообще трудяга. Я вон свои несчастные 2-3 цветка не могу в норму привести, у нее весь сад в цветах, да еще огород, тоже одна живет.
Ну, она одна живет. Просто таких людей не понимаю. А вот это Гульмира мне писала. Правильно, вам только нужны хорошие комментарии, чтобы вам льстили. Я для нее и для других говорю, я не раз говорила, я не люблю, когда мне льстят. Но когда пишут, допустим, похвалили что-то, почему нет? Ласковое слово и теленку приятно, и кошке приятно. Вот. Не надо меня нахваливать. Я не для кого-то делаю, я ради себя делаю. Но раз я делаю, думаю, пускай люди посмотрят, чем, допустим, какие-то порно, какие-то страшные криминалы или фильм ужасов смотреть. Почему нет? Я, например, когда мне нужно отдохнуть, я включаю своих блогеров, смотрю, чем занимаются. Поэтому я прошу, прежде чем писать какие-то заумные мысли, подумайте о детях. Не о моих, так о своих детях подумайте. Это все вернется вашим детям. Дети несут энергетическую ответственность за своих родителей. То, что, допустим, я в жизни плохо совершила, допустим, мои дети это будут пожинать. Так же и ваши дети. Побойтесь Бога, побойтесь Аллаха, такие пакости писать. Или вы думаете, вы вечные, или никто на земле не вечный, все гости. Мне правильно писали, что у каждого свой срок. Мы гости на этой земле. Приходим, свою миссию выполняем, так же, как деревья посадили, выросли, допустим, семечки, выросло дерево, да, листья появились, плоды появились, все, потом листья скинул и на покой. Та же птица, вот это то, что перепелок держу. Мне писали, это не к теме относится, просто писали, говорят, а вы для чего завели птиц, перепелок? Написала, друзья, в первую очередь для интереса, потому что я никогда перепелок не держала. Я даже не ела перепелок никогда. Перепелиные яйца ела, а перепелок никогда не ела, ну, потому что все хвалят там. Это считается дичь, деликатесом. Вот. Как я их буду забивать, я не знаю. Скорее всего, соседа попрошу, потому что у меня рука не поднимется. Хотя многие женщины, даже вчера вот в YouTube смотрела, там показывала женщина, молодая девушка, на доску кладет голову, прям под черепом нож ставит, чик, отрезала. Не знаю, друзья. Вот. Затрат, конечно, больше. Одни клетки вот два, с брудером, сколько? 11 тысяч, 15 тысяч. За 20 тысяч купила. Этих за 3 тысячи купила. Корма только 2 мешка купила уже по 7, по 6 копейки, но по... Ладно, будем по 6 считать. 18 тысяч. Уже около 50 тысяч вышло. Вот. Не на продажу, потому что мне на Ютубе, даже не мне, а на Ютубе смотрела, там, которые перепелятники, они говорили, что для себя держать перепелок невыгодно. Надо держать хотя бы 1000 их, чтобы окупаемость была. Чтобы там мясо кому-то продать, яйца продать. Вот. У меня те же гуси, вот ты сегодня кому-то написала, что я эти гусей держу уже 4 года. Это у меня золотые гуси. Один мешок, вот, допустим, где-то на 1,5 месяца хватает. На 1,5, ну, грубо говоря, на 2 месяца. По 6, по 7 тысяч мешок стоит. Посчитайте это в год и умножьте на 4. Уже свои труд я не оцениваю. То, что зимой и летом за ними убираюсь. Вот. Хотя можно килограмм по 3500 гуся пойти, готово купить. Не все деньгами меряется, друзья мои. Когда маленькая была, да, я с родителями жила, там у нас сад был, там все. Живность не держали, у нас только собаки, кошки были. А здесь уже во взрослой жизни, когда уже дети отучились, уже взрослые, поэтому сюда переехала. Вот. Для меня это интересно было. И 5 куриц было у меня, и 2 баранов держала, и уток держала, индоуток, и индюков держала, выводила сама, гусят выводила сама, вот перепелок сама вывела. Куриц мне пишут, лучше куриц держать. Куриц я уже держать, ни баранов, ни куриц, ни крупный рогатый скот тоже не буду держать, потому что дороже, здоровье дороже. Гусей в этом году до осени подержу, до снега. Потом или продам, или буду убирать их. Перепелок тоже до зимы подержу. Вот собаки в любом случае нужны, потому что территория большая, охранять собаки это в любом случае нужны. Кошка в доме будет тоже. А живности нет. Сад тоже, вот, ой, сад говорю, огород.
тоже в этом году, видите, сократила, посадила по периметру черную смородину. По осени все перекопаю. И там уже грядки по-другому сделаю. Сейчас вот там самосевом укроп там вырос. Посмотрю, 2-3 дня, когда солнце не будет, вечером, наверное, буду всю траву вытирать. Перекопаю грядки, может быть, там это, укроп такой посажу. Петрушку не люблю, укроп посажу, кинзу посажу. Вот. Для меня это интерес. Интерес и времяпровождение. Когда траву дергала, целый день сегодня думала, вот, между прочим, насчет комментариев. Сижу, ты, когда работаешь, когда траву дергаешь, вот меня, вот, я люблю это работать. Работаешь, особенно когда траву, когда чем-то строишь, это там другой вопрос. А когда траву дергаешь, сидишь и думаешь о жизни, о том, что было, о том, что сейчас, о своих проблемах, о проблемах детей, там, про комментарии. Потом там люди мне пишут свои ситуации жизненные, про них тоже думаешь, сопереживаешь. Вот. Поэтому здоровье дороже. Ох, мне кто-то укусил. Нужно сейчас, поехал в магазин, купил килограмм помидор, килограмм огурцов. Яблоки вчера смотрела. Яблоки самые дешевые, 550 тенге. Понюхала, вообще запаха нету. От 500 и выше, 600-700 тенге и зимой, и летом цены. Ну вот, жалею людей, которые мне пакости пишут. По возможности корректно отвечаю, не блокирую. А сегодня вот всю ночь думала, лежала, утром, сегодня пока траву рвала, думаю, а что церемониться? Кто дал право вам? Вот не вам, извините, друзья, это не ко всем относится. Кто дал право тем людям какие-то писать негативы в отношении меня? Я сама себя уважаю. Я одна, без помощи мужей, подняла на ноги двух детей. Обоим дала высшее образование. Не каждой семье, в полной семье, могут дать ребенку высшее образование. Где-то в училище, или в колледж, или в техникум сдают. А то и без образования. Поэтому кто вам дал право, этим людям, писать какой-то негатив, оскорблять меня, или писать, что я фантазирую, или на дурочку похоже, что сижу, думаю, ой, да я насочиняю. Но откройте канал, тоже сидите, сочиняйте. Я не режиссер, чтобы по заявкам писать видео, записывать. Я не писатель, чтобы фантаз, чтобы писать, это, чтобы выдумывать ролики, случаи и фантазировать. У меня сноха тоже недалеко ума была. Она когда замуж за брата вышла, она маме мне рассказывала, сидели как-то. Она говорит, я школу с золотой медалью закончила. Я думаю, нифига себе, я троечница закончила. Ну, у меня хорошистка, он там несколько троек было, то есть считает, раз одно тройка есть, я тоже троечница. Вот. Я думаю, нифига себе, я городская, я троечница, она с колхоза и с аула с какого-то, и золотая медаль. Никогда медаль не видела. Я говорю, покажи свою медаль. Она говорит, да, она у родителей там. Так она 30 лет, 40 лет прожила с братом, ездит. Я, слушай, говорю, уже потом смеялись с мамой. Я говорю, привези свою медаль. Она, ой, не знаю, там куда-то мама спрятала, то есть туда-сюда, в общем. А когда дочку сдавала в детский сад, в казахский садик, там нужно было на казахском написать заявление. Я приехала, она говорит, напиши мне заявление. Она училась в казахской школе, я училась в русской школе. И она не могла написать заявление, чтобы принять, прошу принять моего ребенка в детский сад. Я писала за нее. Ошибок грамматически море было. Но гонору выше крыши. Что-то начинаешь, говорит, она, я говорю, допустим, я говорю, вот так я это готовлю. Она говорит, ой, я знаю, мы всегда так готовили. У нас папа, говорит, меню на неделю составляет, и мы по меню первое, второе, третье готовим. Друзья, ну мы же ездили к ним домой, как они поженились, потом поехали через год, поехали к ней домой. Вот, к примеру, не к примеру, а приготовили там вечером, допустим, там, я не знаю, этот, тушеную капусту, потом там тушеную картошку, типа такую приготовили. Утром встали, они всю вот эту тушеную картошку, тушеную капусту в один казан закинули, перемешали и на стол. Мы такие остатки собакам даем. Вот я, допустим, вчера, допустим, кашу сварила, или сегодня кашу сварила, осталось то, что я это вечером собакам даю. Вот сейчас в обед сварила, там это в морозилке было 3 перчика фаршированных. Я картошку покромсала, думала, пельмени есть, пельмени нету.
взяла туда эти два перчика, три перчика положила. И маме уже как супчик, там помидор, морковка, лук, картошка. И перчики разрезала. И такой, не пойми, какой суп получился. Сама поела, мама поела. Остатки я вечером собаке им дам. Вечером другую буду готовить. А к снохе поехали, они все вот это в воде, то, что на столе осталось, по-моему, даже салаты они положили в казан, вскипятили, вот это бурда была, как Света говорит с Гомеля, хурде-мурде получилось. Вот. Если бы я не ездила к ним, если бы я не видела, как они живут, как они, чем они питаются, просто, допустим, где-то она разговаривает, я бы поверила. Вот человек не то, что фантазирует, ну, может, она фантазирует, что так жила, что вот о несбывшейся мечте своей. Ну, это обман, друзья. Зачем я буду обманывать про то, что, допустим, то, что вот это псориаз, дерматит, вот эта вся фигня началась. Кто плохое пишет, у русских так говорят, ваши речи вам на плечи. И, друзья, я таких людей просто буду блокировать. Мне не нужно вот это, я никогда, наверное, не выйду на такой уровень, там, количество этих подписчиков, там, какая-то зарплата с Ютуба большая. Я это в первую очередь для себя снимаю, вам говорила, канал создала для себя. Поэтому зачем мне лишний негатив? Прочитаю, сразу заблокирую, даже удалять не буду. Буду блокировать, оно само будет удаляться. А ведь эти люди и смотрят, которые заблокировала, которые комментарии удаляла, они смотрят, но не пишут. Потому что это человеческая психология. Как преступник возвращается на место своего преступления, так и такие люди всегда смотрят. Я даже по себе знаю, вот с Украины там одну эту блогершу смотрела, а, ну, там неряха. Я ей как-то написала такое, а потом пишу в следующий раз, смотрю, моего комментария нету, она меня заблокирована. Грубости не писала. Это, ну, какое-то что-то написала такое, ей не понравилось. Вот. Периодически нет-нет, заглядываю к ней, посмотрю там ролик, начало так перемотаю, посмотрю, думаю, опять одно и то же. Выключаю, другое видео смотрю. Периодически заглядываю. Такие люди, которые были на моем канале, они периодически в любом случае будут смотреть. Потому что это человеческая психология. Охота посмотреть, чем она там занимается, что там у нее произошло. Живая она, не живая, что у нее там. Про огород мне прошлый год одна женщина писала. Ой, сопли, а не огород. Согласна? Я не в том состоянии, может быть, и помидоры сажал не в том состоянии, поэтому они толком не растут. Кстати, про помидоры. В теплице вот с этой стороны, с правой стороны, когда заходишь, огурцы же, там огурцы есть. А с левой стороны помидоры уже до потолка выросли, все цветут. Но не одна только помидорина два дня назад завязалась. Я вот еще позавчера зашла, говорю, несколько дней назад, говорю, блин, повырубаю эти, повыдергиваю помидоры. И один помидорчик завязался. Эти же такие же помидоры там растут, такие же помидоры там растут. Там только на одном кусту тоже вот такой помидорка, и здесь на одном кусту. Все, остальные пустоцветные. Прошлый год я покупала семена розовые волгоградские помидоры. Они выросли, во-первых, красные, вот. Поэтому прошлый год помидоры тоже не очень были. Первый год, когда приехала, помидоры понасажала, желтые, красные, они как раз где-то вот здесь росли. И не подвязывала, они мне лежали. Вот такие помидоры были. А это вот посадила семена какие-то. Во-первых, семена, во-вторых, не то состояние, то одно, то другое случается. Поэтому и время до огорода не хватает, руки не доходят. Поэтому не знаю, я, наверное, те вот помидоры повыдергиваю, потому что они лишний свет загораживают. Туда лучше посажу, земли не таскаю еще, потому что там только компост же. А я поняла, что компост, он все-таки, знаете, какой-то рыхлой субстанции. Надо все-таки землю перемешать и посадить туда. Через месяц, наверное, редиску посажу туда. Если посажу нет, значит, пускай будет, она свет загораживает. Пустоцветы помидоры вымахали. Я несколько лет назад читала, вот этот ботву помидорную рубят и бросают в уличный туалет. Он как-то запах поглощает.
Думаю, хоть какая-то польза для туалета будет, запах не будет. Повырубаю, потому что они там под самую крышу все цветут пышные. Цветов полно, завязи нет. Цветут и отпадают цветы, цветут и отпадают цветы. Поэтому я там топор принесла. Сейчас, наверное, не буду, сейчас там душно, вечерком. Если даже что, фонарик принесу, там буду с фонарем повырубаю, выдерну, положу, порублю топором и в туалет закидаю. Запах будет поглощать. Вот такие, друзья, дела. Друзья, други, не други. У Светланы, помню, один раз она тоже, ну, не один раз, несколько раз было такое, она вот к таким людям обращалась, говорит, вот вы такие сяки, потом ей писали, зачем, говорит, весь ролик вот про это говорите, неприятно, мы-то основная часть хорошая же, комментарии пишем. Я тогда тоже это такое неприятное чувствовала, так что, друзья, именно друзья, извините, вот. Ну, здесь и про друзей написано, говорю, потому что умный человек, он понимает с полуслова, он понимает с полуслова, с полувзгляда. На экране там моя физиономия, умеет читать между строк, вот. Никто мне тут не льстит. Если человеку нравится, он на самом деле нравится, пишет. Если я, допустим, читаю так, хорошие комментарии, как от родного человека, я поэтому пишу родная, родной. Я сейчас, замечаете, за рулем, когда езжу, нет-нет. Раньше говорил, други, не други. А сейчас про недруги не говорю. А они, недруги, есть на канале. Сидят и смотрят. Вот. Поэтому даже если бы я фантазировала, или как вы имели в виду, врала бы про вот это, про все на свете. Вы неужели думаете, я своим детям бы врала? У меня дети смотрят мой канал. Мама смотрит мой канал. Поэтому, друзья мои, други, не други. Нет, не друзья, други. Не други мои. Кто там сейчас сидит, смотрит меня. Включайте чуть-чуть голову. Ставьте себя на место другого человека. Я еще раз говорю, что у меня не развлекательный канал. За рулем ездил, да, я рассказывала смешные истории из жизни, из все, из личной жизни, из ментовской жизни, анекдоты рассказывала, пела за рулем. Но у людей не каждый день праздник. И люди не каждый день едят икру ложками или какие-то деликатесы изо дня в день, три-четыре раза в день. Иногда хочется просто жареной картошки, иногда просто хочется супчика, иногда просто окрошки или просто чаю швыркать. Поэтому чуть-чуть включайте голову, мозги. Все взрослые люди. Я понимаю, еще бы писал бы ребенок. Вот меня Алексей, мои шорты смотрит про гусей из Украины. Парнишка такой молодец. Давно не пишет. Переживаю за него. Вот. Немножко включайте голову. Не надо думать задницей. Грубо. Но как по-другому скажешь? Ладно. Даже не знаю, над чем заняться. Везде солнце. Пойду, наверное. Вот яблоки порежешь, блин. Сушить негде. На крышу закинуть тогда вот над печкой. Крыша. Но там дождь пойдет. Ветер дует, раздует все. А яблоки сыпятся. Ладно, друзья, найду сейчас, чем себя занять. Давайте. Пока. Ваша Зинаш.